Всем привет! Сегодня 2 марта 2020 года. Вот они, такие кустарники, представляют собой человеческий рост. Я вот обхожу его. И смотрите, вот он на уровне груди. Для чего? Чтобы можно было собирать ягоды. Вот смотрите, опускаемся вниз. Вот так вот. Он закручивается. Он вокруг арматуры такой закручивается. Но для поддержания его достаточно. И надо каждый год делать обрезку. Обрезка, как видите, веточки сухие я выбрасываю. А такие вот свежие я оставляю для заварки. Чай. Не только ягоды, а сами веточки, почки, листочки содержат питательные вещества, микроэлементы. По сравнению с листьями коки, те, что выращивают наркобароны в Эквадоре, это идеальное растение. Чай из лимона – это все равно, что две чашки кофе выпить. Поэтому листья коки собирают зелеными, и то несколько, пару раз. А это я могу круглый год собирать урожай. И смотрите, видите, вот на конце, вот она такая тоненькая сухая веточка. Поэтому мы ее должны, видите, вот она пошла, пошла, пошла. И заканчивает где? Вот, возле почки. Вот здесь вот это все сухое, оно нам не надо. И даже начально мне не пойдет. И здесь то же самое. Вот. Вот такая вот ветка. Вот. Видите, я ее удалил. Если надо сделать ему прическу, можно чуть больше. Сухую отбрасываем. А это сюда. Поэтому обрезать надо постоянно. Видите, вот она сухая. Это природой предусмотрено. Я сделаю ее сюда вот. Ну, сколько? Я прямо ее беру вот так вот. И здесь удаляю. Поэтому наркобароны плачут. Листья коки. Даже кока-колу добавляют. Кока? Это же и есть листья коки. Но их жевать надо. Часть них пить не будешь. А жевать, извините, это как жвачное животное. Ну, а я стараюсь вырастить лимонник и ягоды съесть. Ложка варенья с утра принял. И можешь летать даже. С утра принял ложку. Вечером нельзя, потому что проблемы вечером не заснешь. Это дальнобойщикам, те, кто в окопе сидит, студентам перед сессией принимать надо хотя бы 2-3 недели. И, конечно, потом надо обязательно будет сделать остановку, потому что часто нельзя принимать. Это допинг. Допинг тут, что даже спортсменам не найти. Так. Спасибо, что заходите, смотрите. А я, видите, вот сухие, вот она, сухая. Я сухую удаляю. Вот туда. И сделаем отдельно видео после того, как расчистим. Потому что заросли, вы видели уже какие. Пока, до новых встреч.